Екатеринбург, 10 Ю, РИА Новости. Награждение лауреатов премии имени Черепановых состоялось во вторник в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Напром», сообщает Департамент информационной политики губернатора Свердловской области. В числе награжденных – начальник проектно-конструкторского отдела Северского трубного завода Елена Делбышева, которой премия присуждена за личный вклад в разработку проектной и рабочей документации на строительство, ремонт и реконструкцию цехов и оборудования сталеплавильного и трубопрокатного производств, а также крупных объектов социально-бытового назначения, говорится в сообщении. Также премия имени Черепановых присуждена творческому коллективу компании «Скроуралтел» за разработку аппаратно-программного комплекса системы 112, позволяющего оперативным службам эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации и происшествия. Всего в 2018 году премии удостоены 22 человека. Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, которые способны создавать прорывные технологии. От качества инженерных кадров зависит конкурентоспособность государства и его технологическая и экономическая независимость. Лауреаты премии продолжают традиции инженерной мысли, изобретательства, заложенные нашими земляками, отцом и сыном Черепановыми, Иваном Ползуновым, Александром Поповым и другими. Минус приводится в сообщении слова первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Премии имени Черепановых присуждают Уральское отделение Российской инженерной академии и Региональный общественный фонд имени Черепановых. Деятельность фонда имени Черепановых предполагает участие инженерной, научно-технической общественности в разрешении насущных проблем технического развития производства. Престижная награда присуждается наиболее выдающимся инженерам, внесшим вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии производства, а также идеологам и организаторам внедрения, совершенствования и пропаганды достижений творческой мысли инженерного корпуса Урала, уточняет департамент. Другие новости региона читайте здесь. Коллективный стенд российского Ликпрома на Напроме 2018 в Екатеринбурге.